подъема после микроэлемента, после массажа, участок. И вот если так, я бы проделал полную дистанцию, где маленькая ручка, там, и сразу будет вопрос, что парень плачет, если вы два бедина момента, или компетенции, или обеда. А стоит как того, как мы. Dar până la urmă nici nu știm care sunt exact formele, formele de consultări publice. Dacă sunt, spunem, dezbatere publice, plaja, locația, când au loc, dacă au loc. Acest plat, această informație trebuie publicată maximal posibil, asigurie, la urmă. Vezi deja despre faptul că chiar dacă a fost publicată în stație, nici nu a fost până la urmă privit această expoziție. Если можно, я не могу согласиться с вами, что данное решение муниципального совета противоречит действующему законодательству. С учетом внесенных изменений недавних кодекса выборов, вопрос в отношении проведения референдума не может подниматься тех, что не входит в компетенцию органов местного публичного управления. Другие же вопросы могут подниматься и в рамках проведения других консультирований другими способами. В данный момент принято решение муниципального совета о проведении публичных консультаций способом публичных обсуждений. Четко и ясно в данном проекте решения было определен способ публичных обсуждений, не путем референдума. Также бы хотелось довести до вашего сведения, что во исполнение данного решения муниципального совета было издано распоряжение примара о проведении публичных консультаций способом публичных обсуждений. Если конечно, она предусмотрена и соответствует действующему законодательству. Данное распоряжение примара, Данное распоряжение примара было опубликовано на официальном сайте примарии. В данном распоряжении примара предусматривались сроки, какие должен быть подготовлен проект, по которому будет происходить публичное обсуждение, и сроки проведения данных публичных обсуждений. Также хотелось бы довести до вашего сведения, что Государственная канцелярия на основании статьи 69, которая предусматривает, что в целях предотвращения неминуемого ущерба территориальное бюро Государственной канцелярии может непосредственно обратиться в административный суд, если считает, что признанный незаконный акт может иметь серьезные последствия и должно незамедлительно известить об этом и старшего его местного органа власти. То есть Государственная канцелярия, посчитав, что проведение публичных обсуждений, то есть когда орган местного публичного управления хочет узнать мнение народа, а согласно Конституции вся власть принадлежит народу, то есть мнение власти, тем самым органы местного публичного управления хотят нанести неминуемый ущерб или вред. И на основании поданного заявления и ходатайства на данный момент распоряжение примара о проведении публичных консультирований приостановлено до рассмотрения вопроса по существу в целом. Данное определение суда о приостановлении нам было обжаловано в Конституционную палату. Также мы в нашем заявлении попросили ускорить процесс рассмотрения с учетом того, что распоряжение примара срок публичного консультирования до 20 августа. Поднимите, пожалуйста, закон. И тогда поговорим. Свое мнение за мнением всего народа, это уже давно всем понятно. Но наш муниципе, как и все остальные населенные пункты, в
Республики Молдова не находится в космосе или в отрыве от общего государства. Да? И поэтому проблемы развития и государства неизменно скажутся и на состоянии в нашем городе. Поэтому мы не видим здесь ничего незаконного в нашем решении о том, чтобы провести консультации и на основании этих консультаций обратиться, соответственно, по инстанции далее в правительство и в парламент Республики Молдова. Если кто-то видит здесь возможность причинения неминуемого ущерба, то неминуемый ущерб, наверное, может быть причинен непосредственно самим лично представителям нынешней власти, но никак не народу Республики Молдова. Спасибо. Советник Войновский. У меня, знаете, вот я уже не первый раз хочу говорить, что мы все советниками отвечаем перед своими избирателями. И в первую очередь мы должны быть государственниками. Понимаете, очень обидно. Вот человек пришел в власть, вот говорит, я хочу любыми путями попасть в комплекс там в органы. Да для чего вы сюда попадаете? Вы в первую очередь факт де юре, а потом де факто, а потом целесообразность для того города, в котором вы живете. То есть это городу нужно, здесь никто ничего не нарушает. А в-третьих, просто нужно работать на свое родное государство, а не на какое-то там другое. Честное слово, вот мне обидно, когда я слышу, что какие-то такие попытки перевернуть. Спасибо. Это ли? Спасибо. Я хотел бы добавить, что заявление, которое мы подавали на данном государственной канцелярии, оно было подано с нарушением срока, предусмотренного на 68-й закон о местном публичном управлении. В связи с этим нами был подготовлен недавно решение о принятии государственной канцелярии и как подано с нарушением профессионального закона. И не рассматривать даже по существу. То есть мы его отклоняем, как бы не рассматривать? Не рассматривать, что формально. Да. Не формально, а формально.